иду. Вот оно утро, доброе. Когда ты бац, и опять где-то в походе. Встаешь утром, палатки, сыро, холодно. Время уже много, надо быстрее собираться. Но утро все равно доброе. На небе у нас есть облачка. Это хорошо. Вот и начался первый день моего похода. Утром было люто. Люто холодно, и не хотелось вообще вылазить из спальника. Никак. Шевелиться даже не хотелось. Я решил это горячим чаем. Все-таки я сварил его, умудрился. Дело пошло. Меня разбудили в 4:40. Ну это ад, конечно. Я думал, сейчас я чуть полежу и встану. Полежал, чувствую, не могу встать. Еще полежал. В общем, долежался я. В начале 7:00 только встал. А сейчас 7:37. Так, пора включать трек и выходить на маршрут. Тут я ночевал. Так. Ритуал прощания с полянкой. Пока замечательная полянка. Вроде бы я ничего на тебе не оставил. Но я к тебе еще обязательно вернусь. Тут я рюкзак собираю. Вперед. Бадан мокрый весь от вчерашнего дождя. Резко начинаю согреваться. Вчера дома взвесил рюкзак 23,8. Сегодня я набрал регидрона. Почти полную бутылку литровую. А вчера там было чая вот столько. Плюс сегодня мокрая палатка. Итого около 24 килограмм. О, как блестит ботан. Солнышко вылезло. Наверное, уже сегодня одену шорты. В этот раз я шорты взял. Потому что лезть по горам, по жаре невозможно в штанах. Шортик должно быть полегче. Дорожка от Азда.
впереди мост перемен. Отметка 7 километров до метеостанции. Все немного в тумане, в утреннем дымке. Ветерок дует по руку реки. Колокольчик как будто в инии. Но идти прохладно, а стоять тепло. Такой феномен. Ветра нет, а когда идешь, ветер есть в лицо. Наши красавцы тополя реликтовые. Несколько штук здесь выделяется на тропе. И они собой обозначают конец дороги автомобильной. И начало уже просто тропы, не автомобильной. Сегодня план такой. Пройти примерно 21 километр по треку. В реальности по часам это будет больше. 23-24. И завтра пройти примерно столько же. Но завтра уже после обеда часть еды, часть газа, там пауэрбанк сбросить, чтобы потом забрать на обратном пути. К тому времени я уже иду подъем. Рюкзак уже станет приемлемого веса. И там начнется горный маршрут. Пока так далеко загадывать не могу. Там обещают жару в первой половине дня. А во второй половине дня дожди. Что примерно вот такой план. Подхожу к отметке 6. Шестой брундучок. Конец дороги. Все, дальше только тропа. Здесь уже доцветает последняя черемуха, а это вот смородина, похоже, красная. Выхожу на поляну с навесом, тут люди, палатка стоит. Пообщался с веселой парой на поляне с навесом, собираются вверх. Хотел там переодеться, не буду же я там до трусов раздеваться, а они там чуть ли не в пуховиках ходят, а мне уже жарко. Сейчас, значит, на теплом ручье попробую. Тут осталось-то 150 метров.
часики говорят, что я прошел уже 3 километра. Бодро иду, так вообще нравится. Кстати, может не переодеваться? Это с утра обещали солнце. Опа. А потом облачность. Что-то я слишком быстро иду. Фух, для такого тяжелого рюкзака. Дошел до теплого. Красота. Здесь всегда красота такая. Зелень здесь самая яркая. Там водопадик. Пойдем посмотрим. Вон оно. Что я уже даже так прохлады не чувствую. Быстро теплеет. Но если солнышко будет светить, и вообще будет жара. Речка Судянка. Красота, сказочные дивные места. Мост у красных камней. Вот они, красные камни. Это решайник. Покрасил их. Здесь на тропе еще попадается вулканическая порода. Если увижу, покажу. Она и в речке попадается. И до Студянки докатывалась. Вроде бы как ничего необычного. Пятерик. Фу. Что-то я не хочу по этому мостику сегодня идти. Закончился конкурс с переодеваниями. Все. Теперь я максимально облегчился. До обеда нужно пройти серпантин и выйти хотя бы до поляны над водопадами. Это даже не 10 километров. Так-то вот сурово.
воду с регидроном. Ну, как-то много ее идет. Но это не страшно. У меня запас регидрона большой. Сосна такая красивая. Ручей. Вода в нем всегда немного мутная, как будто с песком. Да, песок и есть. Вот он нашелся, вулканический камень. Видите, он пористый. Вот лава она такая и есть. Только здесь она уже обтесана в реке. Здесь можно и маленький найти, который в карман можно положить. Его придется несколько раз переходить. Кто-то там пытался тропинку не поддать. Сюда не занесет. Нет, здесь мне, по-моему, важные бумаги. Сюда мы вдруг пешком. Не только с рюкзаком, и лишь с рожками. Отваги. Вот он, второй брод. Опа. Крепкий брод. Отдыхалочка.
западу, сверху. Тут немного просохнет. Хорошо, что нет комаров. Вчера ночью только нескольких пришиб там, возле Слюдянки. А тут вообще нет. И клещей нет. Отлично. Папоротник уже в несъедобном состоянии. Уже раскрывается и уже волокнистый. Мне кажется, я уже ухонедакиваюсь. Ручей на горелой поляне. Адский подъем на горелой поляне. А вот и камни горелой поляны. Дождик вчера налил. Уже красивое местечко. Троечка. Чувствую, это означает, осталось 3 часа. До 3 часа я дойду. Вон туда, вон. Наверх, к метеостанции. Пожевываю батончик. Грязи здесь больше, как по всей видимости, потому что песка меньше. Какая-то травка цветет. Красотища. Вот он, ручей ледяной. Льда совсем нет. Все уже растаяло полностью. Да и воды, кстати, мало. Начало подъема на Казачью поляну. Внизу немного грязь, а дальше каменюки. Тоже грязные. Время 9:40, дополз до бревна на подъеме на Казачью поляну. А вон ручеек с водой. Хорошая вода, можно пить. И, кстати, вот здесь по тропе почти нет ручья. То есть дождик прошел поверхностно. Только намочил всякие седалищные места. Хорошо, что солнце не светит. Я бы уже сдох тут. Фу, думаю, не надо доливать воды в бутылку. Я смогу, наверное, проскочить с этой водой серпантин. Фу.
Фу, весь мокрый, кстати. Вот моя теория по поводу вот этого пота соленого. Он же ведь соленый, он как бы просаливает. Регидрон тоже это соль. Для чего пьем регидрон? Чтобы меньше потеть. Вот я и думаю, что вот эта вот соленая пленка, ее не надо смывать. Она предохраняет от излишней потери влаги. Поэтому я все так оставляю. А потом на обеде там или вечером уже можно помыться, привести себя в порядок. О, как хорошо тут. Ни ветерка, легкая прохлада. Можно вздохнуть наконец-то. То рюкзак давит на плечи, сжимает легкие. И вдох уже не такой получается большой, глубокий. А сейчас можно все запахи вдохнуть. Кстати, тут есть связь Теле2. Так что сейчас я отправлю весточку на мой. А иногда даже интернет бывает здесь. Послушайте, как птички поют. Ровная тропа. Огонь. Отдых. Разглядываем Мишину нору. Явно тут орешки искал. Кедровые. Глубоко выкопал, как будто нору себе рыл. Корни. Так, скоро будет последняя ступень подъема на Казачью поляну. Вот такой вот прямой проход на Казачью поляну. Вот там люди вдалеке ходят, значит, палатки стоят. А я по сухому ухожу налево. Какая-то не основная тропа-то. Опа! Проскочил тропу. Вот она, траншея моя. Хорошая полянка, прямо на тропе, ну вода только в той луже.
О, ветерок какой-то хороший. Впереди становый хребет. А сзади меня комар. Комаринский хребет. Это кашкара. Рододендрон золотистый. Кто-то считает, что можно пить чай из его листьев, а кто-то считает, что они ядовитые. Уже залез на срез. Обход метеостанции. Она там где-то справа от меня. Вот, кстати, лужа с водой. Но пить, наверное, отсюда не стоит. Это от вчерашних ручьев. Иду уже по тропинке к серпантину. Впереди народу много. Слышно. Не особо помню. Маршрут вроде бы левее. О, сколько лезть. Но радует потом, что потом вниз. Рябчик тут бегал, наделал своих делов. Серпантин где-то уже рядом. О, водичка. Так, видимо, тут направо. Слева полянка. Рука мокрая уже. Время 10:53. Вышел на серпантин. Ухожу сразу на первый срез. Вот тут. Безобидный достаточно. Видно, да? Мишина ямка. Проверил. Все нормально. Здоровый, полноценный медведь. Все разворочено. Всякими мотоциклами, квадроциклами, байками, футбайками. Мусор, как положено. Я карабкаюсь по срезу. Классно тут в траншее. То справа черника, слева кашкара. В голове пульс. Долбит. Стучится, может, что-то хочет. Раздолбанный серпантинчик. Срезик очередной. Вон там Мишина ямка. Фу, ладно, лезу дальше. Раскочегарился. Капелька пота щекотит нос. Соленый. Надо электролитов попить. Что-то в этом году здесь черемши не видно. А так бывает обычно. Это сухой год на самом деле.
Да вот, вчера спрыснуло немного дождем. Сейчас немного попрет. Вот 2 недели я не был. И вот эти папоротник почти не раскрылся. Совсем медленно. Ладно, вперед. Черника еще не успела поспеть. А бурундук уже набивает щеки незрелыми ягодами. Время 11:27. Выхожу на последний рывок к дереву с вязочками. Дождик моросит, зачехлился. Ветра нет, хорошо. Босон видно. Значит, сильного дождя нет. В общем, меня такой дождь устраивает. Хорошо, прохладненько. Ух, народу здесь. Вот она, благодатная тропинка. Одна она такая тут. Серпантин прошел примерно 11:30. Сейчас уже начну спуск в сторону водопадов. И он появился на горизонте, перевал чертового ворота. Дождик все еще моросит. Хорошая скорость. Мне нравится. Идти тяжело, но чувство удовлетворения есть. Это главное. Хорошо живет на свете Винни Пух. Ух ты, какое поле жарков впереди. Огонь, огонь. Вот щавель растет. Наверное, тут и черемша есть. Да, вон она, смотрим. Поле жарков. Черемша и щавель все есть. А тут можно палатки ставить и смотреть вдаль. Но воды здесь нет. Ручья нет. Ручья нет, глухаря нет. Небо серое. О, зато ведется просто огонь. Хорошо-то как. О, 2 недели назад я тут прошел. Сегодня я пошел по новой для вас тропе. Старокомаринский тракт продолжается. Можно сказать, что это обратная сторона серпантина. Тоже немного серпантинит. Так, пора разгоняться. О, водопад. Вон он, вам не видно. А я вижу. В прошлый раз его снимал. Палатку вижу. Оранжевую. Только одну пока. Да, там полно людей, я уверен. Так, сколько я сказал времени это было, когда я проходил дерево с вязочками? Сейчас 11:40. 11:40. Прям удовлетворительное время. Прям огонь. Ох, внизу. Болотце с черемшой. Как я люблю это место. Серпантин начинается. Сейчас покажу. Вот, внизу хорошо видно серпантин. Извивается. И вот тут вот болотце с черемшой. Воды много, кстати. Там где-то родник под скалой, похоже. И тут вот должно быть все в палатках. Но пока палаток нет почему-то.
А вон там, по гольцам, я ходил 2 недели назад. Тут трес, что ли? Огонь. Кажется, скользко. Аккуратненько спускаюсь. Ну, вот и спустился. Думаю, в час сяду обедать. Еще рано. Хочется, конечно. Батончик уже давно закончился, булочку найти не могу. Батончики не подготовил. Этот был неучтенный. С какого-то старого похода оставался. Полянки на посетительском вообще свободные все. Он где-то там, на гребне стоит памятник. Но это я для ориентации вам. А тут полянки. Вот это шумит ручей посетительский, так называемый. И он потом первый водопад дает. О, кстати, бадан как цветет. В эту пасмурную погоду так ярко кажется. Не, в такую погоду идти вообще хорошо. Фу, сейчас ветерок еще в лицо, это вообще отлично. А люди идут одеты, не понимаю. Так, я подхожу к месту, где надо перейти ручей. Так, я вижу, что и вот тут можно перейти, как будто мало воды. Я пойду вон там по бревну. Кстати, чуть ниже бревна уже первый водопад начинается. Бревнышко как будто тоньше стало. Понятно, залез на него. Привет, полянка. Здесь мы обедали группой в прошлом году. Надо бы перекурить. Фу. Облака мигут потихоньку. Даже может солнце показаться. Да, что-то я ухандокался.
однако. Хорошо отдохнул, батончик заточил. Посмотрим, насколько здесь болото высохло. Ну, сыро. Сыро, да. Залез, короче, в воду. Зачем, спрашивается? Горячавочки раскрылись. Солнце увидели. Вот черемша. Вот перла. Тонкая, тонкая. Значит, здесь было сухо. Или холодно. Черемша здесь должна быть жирная. Здесь же болото. Обожаю это местечко. Здесь так как-то тепло, уютно. Травка такая мягкая. Здесь черемши можно набрать. И там ниже вода должна быть. Почему-то ее не видно. Сухо на самом деле. Сухо. Черемша тонкая и длинная. Воды совсем нет. Все, следы только мотоциклов. А они здесь уже жгли по полной. Перемесили все. Здесь вот люди набирают воду питьевую. Лично я здесь набирал много раз питьевую воду. Так, вот черемша, посмотрим. Вот такая вот она. Средняя такая, ничего выдающегося особого нет. И ее немного. А некоторые уже даже сохнуть начинают. Опять красивое место. Поляна такая. Заболоченная маленькая. С горячавками, черемшой. А вот уже и виды открываются. Где-то тут за деревьями скрывается водопад в каньончике. Так, залез в первую лужу. Прошел. По-моему, еще одна или две будут. Мужики впереди идут на босса.
Быстрый темп. Легкие. Даже без палок. А впереди них еще парень прошел. С рюкзаком, как у меня, Basklight 55. Тоже без палочек, налегке идет. Ну что, все? Затопило все. Придется возвращаться на другую тропу. На верхнюю. То ли затопило, то ли мотоциклы колесами вдавили камни. Потому что можно было там пройти по камням. Вторую прошел. Ну, вот это третья, похоже, совсем простая. Сейчас пойдем смотреть водопад вон там. Заодно это будет отдых. Вот он уже начинается. Такая речка маленькая, совсем воды мало. Такое место красивое. Рюкзачок меня ждет. Молодец. Пошли. Родики, пересохшие речки.
подхожу к поляне с идолами. Из столбов идолов остался только один. Все пустили на костер. Жатки уже распустились, но они в этом году низкорослые. Грязь вся размешана. Такой ручеек красивый. Мне вот это место вообще нравится. Небо отражается в воде. Вот тут вот хозная черемша. Уже попробовал маленько. Немного суховато. Не хватает сочности. Но размерчик наш. Если кто не знал, вот это щавель. Его можно кушать, он кисленький. Можно салатики делать. С майонезом. Майонез, щавель, черемша. Залез до полянки. Тут и буду обедать. Бывало, здесь черемша росла. А вон она в кустах. Видимо, тут вытоптали все. Хорошее место, уютное. Главное, чтоб еще не дуло. Ну, сейчас за водой куда схожу. Вот так вот я расположился на таком красивом уступе. Это длиннорукавка сушится. Там чай варится.
какие-то вещи все вот так развалины немного. А вот там речка течет, когда я за водой сходил. А это кедры. Ветрозащита, потому что ветер будет. А газ нужно экономить. Мне надолго его надо растянуть.